Уже почти неделю в детском лагере «Березка» идет танцевальная смена. Именитые хореографы проводят мастер-классы по разным направлениям. Одной из первых стала Ева Уварова. Ее называют графиней Вога. В ее арсенале огромное количество стилей и движений. И это несмотря на то, что сейчас ей только 13 лет. Ева Уварова уже покорила именитых хореографов различных танцевальных проектов. Сейчас она уже и сама проводит мастер-классы. Ее пригласили и в Сама Стар Дэнс Кэмп. Один из подстилей Вога. Его фишка – женственные движения. И именно этому направлению Ева обучала начинающих танцоров. Мастер-класс у Евы мне дался, как ни странно, очень легко. Я быстро все схватывала, он мне очень сильно понравился. Я прям кайфовала, когда смотрела на нее, на то, что она нас так подбадривала. Прям мне очень понравился мастер-класс. Сначала было сложновато, потом уже стало легче. Ну, Вог вообще... Вот этот вот, именно вот эта хоряга, она была сложновата для меня, но если немного еще потренироваться, то все будет хорошо. Особенность этой смены не только танцующие, отдыхающие, но и вожатые. Вместе со своими подопечными они учат новые стили на мастер-классах хореографов. И это у них неплохо получается. От Вог я тоже получаю эмоции. Там самое главное – показать эмоции, и они у меня идут. Поэтому Вог у меня получился. Полтора часа пролетели незаметно. За это время танцоры освоили довольно сложную связку. Ребята у вас тут отличные. Я была рада дать первый мой мастер-класс. Это было превосходно. Большинство ребят справилось, у кого-то не совсем получилось, потому что они могли пробовать это танцевать только первый раз. Но для первого раза, даже те, кто были, это было превосходно. Серия звездных мастер-классов только началась. Хип-хоп, джаз-фанк, контемпы не только ждут участников танцевальной смены, а уже завтра они попытаются освоить брейк-данс. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.